Кто в детстве не мечтал скакать на лошади или не думал о такой возможности? Всадник на лошади – это воля, ветер в лицо, ощущение единения с прекрасным, благородным существом. Романтические мечты привели нас в Тверскую область, в Конаковские конюшни. Так называется расположенный здесь конно-спортивный клуб. Кстати, один из лучших в стране. По качеству грунтов мы, наверное, одни из лучших точно в России. По инфраструктуре мы подготовили именно этот конную базу, готовим под спортивные мероприятия. То есть по подготовке спортсменов, проведению соревнований, международных, всероссийских чемпионатов России и так далее. То есть все виды спорта. Конкур, выездка, троеборье. В этом году впервые будут у нас еще конные пробеги. Мы еще не проводили никогда. Ежегодно готовим детей. Через нас проходит около, наверное, скажу, где-то 800, около 1000 человек. Я думаю, мы в этом тоже лидеры абсолютные. Сегодня Конаковские конюшни – популярное место для тренировок. Во время нашего посещения мы встретили здесь воспитанников специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва ЦСКА по конному спорту и современному пятиборью. Эта школа хорошо известна в Москве и за ее пределами. Последние 3 года мы для себя открыли вот эту базу, Конаковские конюшни, на которой сейчас лучшие грунты с нижним поливом. То есть это значит, что даже в 30-градусную жару, выезжая на боевое поле, на разминочное поле, не будет ни пыли, ни грязи, а будет все достаточно удобно для всадника и для лошади. Конный спорт – это единственный олимпийский вид спорта, в котором участвуют животные. Поэтому успехи и достижения здесь всегда принадлежат паре – всаднику и его верному другу. Этот спорт подходит тем, кто любит лошадей, умеет с ними дружить, чувствовать их настроение, ухаживать за ними. Ну а регулярные тренировки – залог уверенного выступления на соревнованиях. В сборах же мы участвуем первый раз, и это действительно интересное занятие. Нас тут научили очень много чему. В первую очередь дисциплине. Мы также кормили сами лошадей, вставая примерно в 5 утра. И именно это нам позволяло как бы находить общий язык с лошадьми и понимать, как сложно быть настоящим спортсменом. Каждый, кто хоть раз проехал на лошади, становится фанатом верховой езды. Как говорится, конный спорт – это навсегда. Мои друзья тренировались в ЦСКА, пришел туда и дали проехать на лошади. Потом я приобрел лошадь и уже несколько лет тренировался в ЦСКА под эгидой Дробышева Геннадия Дмитриевича. Юные армейские спортсмены всегда отличались сильным характером, нацеленностью на высокий результат. Этот особый дух помогает им не только в соревнованиях, но и в повседневной жизни. Спасибо ЦСКА за наше счастливое детство! Каждый из нас выбирает свой путь к заветной цели. Для спортсмена, опытного или только начинающего, этот путь лежит к победе. Вы нам только шепните, мы на помощь придем. Если слава над миром глянет гром, небо вспыхнет огнем. Вы нам только шепните, мы на помощь.